36,1. Мы допущены. Так проходит медосмотр самарских волонтеров перед тем, как они повезут пожилым людям лекарства. На выезд не допустят, если температура выше 37. Также всем волонтерам обязательно выдают маски и перчатки. Затем они получают маршрутные листы. Он получает маршрутный лист, по которому следует, и заявку, в которой написаны те препараты медицинские, если это лекарства, и список продуктов, которые необходимо купить. Сейчас добровольцам нужно получить в поликлинике инсулин для одной из своих подопечных. Действия врачей и волонтерского штаба скоординированы. Добровольцев всегда сопровождает медсестра, чтобы пожилые люди не ходили в поликлинику сами и не нарушали режим самоизоляции. Терапевты рекомендуют им обращаться за помощью в штаб на горячую линию. Пациенты, которые старше 65 лет, всех обзваниваем, естественно, за сутки, за двое суток. Предупреждаем, чтобы на улицу не выходили. Оставляем номер горячей линии пациентов, которые с возрастом маленько. Стараемся как бы их ограничить. Хочется помогать людям, как это сказать, ощущать социальную ответственность за все происходящее. Встреча с пенсионерами проходит по строгим правилам. Волонтеры соблюдают дистанцию не менее 1,5 метра. Сегодня они привезли инсулин для Ольги Русановой. Ей он необходим ежедневно. Без этого, да, никак. Поскольку я уже болею почти 30 лет этим заболеванием, быстро все так получилось. Мне обещали, сказали вначале, что принесут лекарства в понедельник. Ну, принесли вот на следующий день. Вайбер-группа, и там разместили объявление о том, что вот есть такая потребность помочь людям, и я откликнулся. Тут либо дома сидеть от дивана до холодильника, либо людям помогать. Вот я выбор сделал. Обратиться за помощью в штаб можно по телефону 8 800 234 11, а записаться добровольцем можно на сайте мывместе2020.рф. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.